так далее с Михаилом Фишманом. Привет, друзья! Сегодня пятница, 20 августа, 8 часов вечера в Москве. Вы смотрите телеканал «Дождь», это программа «И так далее». Меня зовут Михаил Фишман. Обычно по пятницам мы подводим итоги уходящей недели, но сегодняшняя программа получается не совсем обычной, потому что примерно час назад Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов телеканал «Дождь», издание «Важные истории», а также несколько конкретных журналистов. Вместе со мной в прямом эфире главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Титко. Тиш, привет. Да, приветствую. Я хочу теперь зачитать фразу, которая в скором времени для нас станет примерно как «Отче наш». Данное сообщение, в скобках материал, создано и, в скобках или, распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и, в скобках или, российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. А прежде чем мы начнем дальше обсуждать, собственно, что происходит с прессой вообще, с телеканалом «Дождь», с нами, и я спрошу у Тихона, естественно, я хочу назвать журналистов, которых сегодня Минюст внес в реестр иностранных агентов, конкретно как физических лиц они превращаются в СМИ иноагенты. Люди, конкретные люди, не телеканал «Дождь», не издание «Важной истории», а конкретные люди. Таких уже около 30 человек в стране. Петров Степан, Шмагун Олеся, Мараховская Олеся, Долинина Ирина, Роман Шлейнов, Роман Анин, Дмитрий Великовский. Прежде чем мы начнем наше обсуждение, хочу сказать, что я считаю, вот это конкретное решение Минюста, внесение конкретных людей, как физических лиц, в реестр иноагентов, как иностранных агентов, самым возмутительным из того, что происходит сегодня в борьбе с независимой прессой в России. Это конкретные люди, конкретные судьбы, и конкретное издевательство и унижение конкретных людей, а не СМИ. И этого я, принимавшим эти решения, никогда простить не смогу. А теперь давай обсудим, что происходит с нами в целом. Итак, телеканал «Дождь» признан иностранным агентом. Что это значит? Что вообще, какая позиция телеканала по этому поводу? Во-первых, это значит, что у телеканала «Дождь» огромная аудитория и огромное количество людей, которые нас любят, смотрят и присылают нам сообщения, звонят. Я вижу, как огромное количество людей оформляют подписки и донейты, и за это им огромное спасибо. Это самая радостная часть этой безрадостной и абсурдной новости, которую мы узнали около полутора часов назад. Мне кажется, самое разумное, что можно сейчас сделать, это оформить донейт или подписку. Да? Ну или в крайнем случае, жмите колокольчик. Вот, это первое, самое главное. Второе. О том, что телеканал «Дождь» попал в реестр СМИ иностранных агентов, я узнал благодаря коллегам из агентства «Интерфакс», которые мне позвонили. После этого я уже зашел на сайт Минюста и увидел нас там под гордым или не гордым номером 35. К чему я говорю все эти детали? К тому, что телеканал «Дождь» никто не извещал, телеканал «Дождь» никто не сообщал, телеканал «Дождь» никто не информировал о планах, намерениях признать телеканал «Дождь» иностранным агентом или включить его в такой список. И, соответственно, никто нам никаких вопросов в связи с этим не задавал. Ну, вопрос нам не задают, у нас есть ответы. Ответы очень простые. Телеканал «Дождь» не иноагент. Телеканал «Дождь» не иностранный агент. Более того, телеканал «Дождь» не агент в принципе. Телеканал «Дождь» — это средство массовой информации, зарегистрированное в Российской Федерации, которое на протяжении 11 лет своего существования, вот мы недавно в апреле вместе с нашими зрителями отмечали 11-й день рождения, существует и работает в абсолютном соответствии со всеми нормами российского законодательства. Более того, телеканал «Дождь» — это одно из немногих, если не единственное средство массовой информации в Российской Федерации. Я не знаю, как там за пределами Российской Федерации. Финансовое состояние которого абсолютно транспарентно, абсолютно открыто, абсолютно общедоступно. Что имеется в виду? Имеется в виду, что любой желающий набивает в браузере tvrain.ru, скроллит, отматывает страницу вниз и находит там ссылку «Финансовая отчетность». Кликает на нее, у него открывается Excel-евский документ, в котором скрупулезно нашими коллегами, которые умеют читать намного лучше, чем мы с тобой, значит, этот Excel ими заполняется. Сколько пришло, сколько ушло, откуда, сколько за подписку, сколько за рекламу, сколько за донейты, сколько за то, все, пятое, десятое, сколько на зарплатный фонд, сколько туда. Иностранного финансирования у телеканала «Дождь» не получает.
И поэтому никаких оснований для того, чтобы телеканал «Дождь» включать в реестр иностранных агентов, нету. Это связано с тем, что этого финансирования нету. И, это поэтому... поклёп. Именно. Вот. Но что мне здесь представляется важным сказать, что мы как бы... Мы вроде как все знаем и комментируем сейчас, и комментируем в эфире «Дождя», и комментируем нашим дорогим коллегам и друзьям из разных средств массовой информации. Еще раз им огромное спасибо. Но на самом деле мы ничего не знаем. Единственное, что мы знаем, это строчка 35 ООО «Общество с ограниченной ответственностью», телеканал «Дождь», списки иностранных агентов. Почему? За что? За какие средства? За какие эти? Мы ничего не знаем. Поэтому, естественно, мы это решение будем обжаловать. В этом нет вообще никаких сомнений. Потому что само это решение не носит судебного характера. Именно. И в этом одна из главных проблем этого закона, хотя он сам по себе большая проблема. Но это одна из главных его проблем, заключающаяся в том, что это внесудебно принимаемое решение. Мы будем обжаловать, но нам вначале нужно как-то в этом разобраться и понять, что там к чему. Это первое важное. Или уже второе, третье, я уже запутался. Теперь еще очень важно. Телеканал «Дождь» никаким образом не собирается, не планирует и не будет меняться. Мы не будем менять то, что мы делаем. Вот буквально за полчаса до того, как мы узнали о включении нас в этот реестр, у нас было недельное планирование, на котором мы планировали нашу работу на следующую неделю. И на неделю вперед. Ровно этих планов мы и будем держаться. Ровно этим планом мы будем... Программа следовать. И так далее тоже будет выходить. Именно. Ну, на следующей неделе, кстати, нет. Да, на следующей неделе нет. Да, это правда. Это случайное совпадение. Вот. Но что существенно, еще раз повторю, что мы будем это решение обжаловать, потому что оно, не представляется законным ни в какой степени, не выдерживает критики, а, б, оно попросту лишено здравого смысла, потому что телеканал «Дождь», повторюсь, в пятый раз, это российское средство массовой информации, которое работает и работало все 11 лет и будет продолжать работать в полном соответствии законодательства. Я хочу сказать, что вообще сам закон об иностранных агентах, он вызывает вопросы, ну, вот именно с точки зрения здравого смысла и что такое это финансирование, иностранное финансирование. Сейчас у нас на связи в прямом эфире официальный представитель МИДа Мария Захарова. Да, Мария Владимировна, здравствуйте, слышите ли вы нас? Очень хорошо слышу и вижу. Да, и мы вас слышим и видим. Мы бы хотели попросить вас прокомментировать это решение, которое было принято сегодня Министерством юстиции. Мне кажется, решение Министерства юстиции должно комментировать Министерство юстиции, нет? Мы, по-моему, только что об этом с вашими коллегами говорили. Ну, хорошо. Вот, хорошо, давайте не комментировать решение Министерства юстиции. Мне хотелось бы попросить вас, как человека активного в медиасфере, активного в медиасреде, прокомментировать, как вам кажется вообще ситуация, при которой в Российской Федерации иностранными агентами признаются средства массовой информации и конкретные журналисты. Как это сказывается на российском медиаполе? Положительно ли или нет? Ну, я думаю, что надо рассматривать эту ситуацию несколько шире, нежели вы ее обозначили. Потому что эти законы являются не российской новеллой, мы тут не были никогда пионерами. Как вы, наверное, эту историю знаете, я думаю, что, наверное, за ней следили. Эти законы, в общем-то, такая архаика, которая должна была бы уйти, наверное, еще со времен окончания Холодной войны, они вдруг были реанимированы нашими западными партнерами в отношении российских же средств массовой информации. Извините, что просто у нас диалог живая беседа, поскольку я слышал уже 10 тысяч раз эту формулу, что это на самом деле как везде даже мягче, чем у них, этот закон об иностранных агентах. Вы знаете каких-то конкретных физических лиц иностранных агентов, признанных иностранными агентами? Я даже не знаю где. От Люксембурга до Америки, от Австралии до Исландии? Михаил, вы, простите меня, позвали к вам на эфир для того, чтобы я вас послушал или задать мне вопрос? Я задал вопрос. Это мой вопрос вам. Вот он такой. Вы знаете конкретных физических лиц иноагентов не в России, а тот... А вы же говорите, что этот закон такой же, как везде. Хорошо, вот, соответственно, собственно, и хочу спросить. Да, Мария Владимировна. Тихон, я могу с вами продолжить отвечать на ваш вопрос, потом перейдем к вопросу Михаила. Отлично. Давайте, если Михаил не просит... Меня полностью устраивает. Так вот, собственно говоря, когда этот закон Соединенных Штатов Америки, там, 38-го или как, 30-х годов, начал применяться к российским средствам массовой информации,
Соответственно, мы говорили о том, что это действительно очень такая странная практика, и средства массовой информации из любой страны, они как бы подпадают под какую-то неравную ситуацию. Я могу сказать, что наши средства массовой информации, телеканал Russia Today и целый ряд этих аналогичных средств массовой информации в Штатах подвергались не просто применению этого закона, а он, в общем, достаточно жесток был с ними. Потом мы сказали о том, что надо будет, видимо, отвечать и принимать ответные меры, потому что если нам и нашим средствам массовой информации говорят о том, что наличие там финансирования, российского финансирования и так далее является неприемлемым для них, значит, соответственно, они считают, что в таком мире мы все должны жить и быть. И, в общем, как ответная мера началась разработка соответствующего законодательства. У нас, я действительно согласна, наверное, с Михаилом, что, возможно, вот тогда телеканал «Дождь» этой ситуации не придал особого значения, поэтому Михаил-то и не знает, в отношении каких средств массовой информации применялся этот закон. Хотя, мне кажется, мы делали достаточно много заявлений и очень много об этом говорили. Мы вот даже последний раз очень крупное мероприятие проводили на полях Питерского форума, подробно разбирая все эти законы. Да, мы его освещали подробно. Да, но я хотела бы сказать, что... Можно как угодно относиться к закону там, к закону здесь, но я считаю, что, и мы неоднократно это подчеркивали, очень важную, наверное, особенность, наверное, ключевую, что в отличие от того, как там, вот у нас здесь мы относимся к средствам массовой информации, будь это СМИ-иногент, СМИ-не-иногент, на тех же основаниях, на которых нам предписывает закон о средствах массовой информации. Поясните, я не понял, прошу прощения, я просто переспрашиваю, потому что я не понял, что вы имеете в виду. Ну, в нашем отношении, вот я не знаю, я говорю сейчас от Министерства иностранных дел, когда мы, в общем-то, ежедневно общаемся со средствами массовой информации, для нас в нашей работе, в общем-то, ничего не меняется. Точно так же отвечаем на ваши запросы, точно так же даем интервью, точно так же, не знаю, проводим аккредитацию зарубежных средств массовой информации. К сожалению, такого отношения к средствам массовой информации иногентам за рубежом, в общем, никогда и не было. То есть там сразу... Нет, это несомненно, Мария. Я здесь должен сказать, что я признателен, что мы вас видим у нас в эфире, и надеюсь, что вас увидите у нас в эфире и впредь еще не раз, и услышать вашу точку зрения, вашу оценку. Но, тем не менее, мне хотелось бы все-таки вернуться к изначальному моему вопросу. Да? Ваша позиция, вы активный, повторюсь, в медиа среди человек. У вас очень популярный Facebook. Ваше каждое высказывание становится цитатой. Вам, как человеку активному в этой сфере, вам представляется включение средств массовой информации российских, не получающих иностранного финансирования, сигналом положительным для медиаландшафта в России или нет? Я не знаю насчет медиаландшафта. Вот правда, я считаю, что это какая-то такая уничижительная такая вещь. Я рассматриваю каждое средство массовой информации, каждого журналиста как профессионала и сообщество профессионалов. Есть закон, он принят. Мотивацию принятия и выработки этих законов я вам сказала, в общем, не секрет, все знают. В этой связи его надо выполнять. Mm-hmm. Выполнение этого закона и соответствующие там надписи, соответствующие там стикеры или как называется, там плашки, которые должны появляться, и упоминание о том, что средство массовой информации является иногентом, для нас, вот как для ведомства, и в данном случае я говорю просто как о примере ведомства, отношения ведомства к этой ситуации, других ведомств, не меняет нашего взаимодействия со СМИ, основой для которого является закон о средствах массовой информации. Хорошо, это я понял. Хотя нам говорим и подчеркиваем. Но у нас разработан такой пакет законов. Да. Да. Смотрите, еще вот какое мне хотелось бы у вас попросить уточнение. Мы знаем на практике, что происходит после того, как средства массовой информации попадают в этот реестр. Наглядный тому пример – издание «Медуза», мы должны сказать, иностранный агент. Издание «Медуза» буквально в одночасье потеряло
львиную долю своих партнеров рекламных. Они просто отвернулись от «Медузы». Вот вы не отворачиваетесь, а огромное количество спонсоров, оно отворачивается, рекламных партнеров. Почему? Сейчас, одну секундочку. Я хорошо помню, как вы, это было, по-моему, в 2015 году, если мне не изменяет память, когда телеканал «Дождь» был отключен от эфира в Украине. Вы выпускали, по-моему, это было даже специальное заявление от МИДа или у вас на странице в Фейсбуке. Последствия для телеканала «Дождь», включение в реестр иностранного агента, они примерно понятны, и они однозначно негативны. Будете ли вы, как Мария Захарова, или как представитель МИДа, высказывать свою оценку случившегося? Нет, подождите минуточку. Вас тогда в 2015 году просто запретили, да, к вещанию на территории Украины. Когда мы, опять же, исходя из того, что мы, в общем-то, защищаем права российских СМИ за рубежом, прокомментировали эту ситуацию и призвали международную структуру обратить на нее внимание, ну, возможно, вы не знаете, Тихо, может быть, тогда вы были на другом канале или там за рубежом, но мы получили от вашего же канала, когда ваш канал написал достаточно в грубой форме, может быть, не позицию канала, но одного из его, не знаю, акционеров, владельцев, как называется. Нет, если вы имеете в виду Александра Винокурова, то он не является владельцем телеканала «Дождь». Я не знаю, человека, сопричастного к этому каналу, было достаточно жесткое заявление относительно того, что вы будьте добры, нашим каналом не занимайтесь. Я это очень хорошо помню. Потом, правда, так сказать, позиция смягчилась. Там, помню же, были там какие-то изменения или нет, но как бы мы объяснили, что это было эмоционально и так далее. Но я очень хорошо это помню, что вы будьте добры к нашему каналу, так сказать, никакого отношения не имейте и не оставите... Мария Владимировна, это было сказано, как справедливо сейчас отмечено, 6 лет назад, было сказано не мною. Вопрос ведь я вам задаю сейчас. Вы процитировали, вы коснулись ситуации именно того периода, и я вам рассказываю, как эта ситуация развивалась. Так. Еще раз хотела бы сказать, что в данном случае речь идет о российском законодательстве. Его, так сказать, применение на практике для нас не означает изменение работы с вашим телеканалом, с вашими журналистами. Если у вас же не будет, так сказать, подобного желания. Как вы нам направляли запросы, так мы на них будем отвечать, надеюсь, подробно. А по поводу «Медузы» я хотела бы сказать, что вот вы сказали, что от них отвернулись их рекламодатели или их спонсоры. Вот надо спросить у спонсоров, а что их конкретно не устраивает. Их, может быть, не устраивает непосредственно та информация, которая вскрылась. Да, ну нет, конечно, Мария Владимировна. Ну что, мы же все взрослые люди, Мария Владимировна. Нет, подождите. Это не было утверждение. Я задаю вопрос. Вы спросите у них. Сейчас спросим, у нас на связи Галина Тимченко скоро будет. Да. Если можно, Мария, я вернусь... Последний момент, вот последний, да. Михаил, я обязательно отвечу на ваш вопрос. Угу. Я просто хотела бы сказать по поводу «Медузы». Я вот посмотрел, возможно, я там, не совсем в курсе, но я так смотрю, от них, в общем-то, и сотрудники начали уходить. Я не знаю, это тоже с этим связано. Я вам могу пояснить, как это работает, Мария Владимировна. Падает доходы от рекламы, падает бюджет, сокращаются зарплаты. Почему рекламодатель уходит? Именно, вы можете ответить мне на это? Я могу, конечно, потому что рекламодателям не хочется ассоциироваться с кем-то, кого российское государство маркировало иностранным агентом. Да, но российское государство делает это, исходя из закона, в котором четко прописаны критерии. Если эти критерии соблюдаются и не оспорены, значит, это как бы... Вот я вам привожу пример, где эти критерии не соблюдаются, телеканал «Дождь». Понимаете, мы здесь с вами замкнутый круг. И, видимо, спонсор не хочет ассоциироваться с тем средством массовой информации, которое, не знаю, получает финансирование из рубежа, ну и дальше по критериям. Угу. Мы сейчас говорим о том, какова вот механика. Но мне кажется, все-таки было бы справедливо, если бы вы непосредственно поговорили с рекламодателями, которые перестали финансировать это средство массовой информации. Ну, это мы сейчас спросим у Галины Тимченко, она скоро у нас будет на связи. Я просто хотел вернуться к своему вопросу о симметрии между... Сейчас, Мария Владимировна, вы еще что-то хотели добавить? Да, я хотела бы сказать, что просто Галина Тимченко, наверное, много интересного расскажет, но она не является рекламодателем. Я говорю о том, что было бы интересно услышать именно рекламодателя. Так она, я думаю, что она как гендиректор им задает эти вопросы. Но это мы у нее спросим обязательно, Миш. Да, Мария, если можно, я вернусь, вот просто поскольку и вы это уже сказали сегодня в нашем эфире, и на самом деле это... такая постоянная позиция всех официальных лиц в России, вот этого симметричности российского закона об иностранных агентах и его правоприменения, как я понимаю, к
к тому, что существует за рубежом. Значит, вы говорите про Russia Today, который испытывает сложности в Америке. Russia Today — это телеканал с полностью 100% государственным финансированием, финансируется из российского бюджета, если я правильно понимаю. В России уже несколько объявлено СМИ иноагентов, из них, как я понимаю, я не знаю точно, конечно, ни одно не финансируется ни одним иностранным государством напрямую, хотя, может быть, парочка есть, но в этом списке 40, уже 40 позиций. И насколько симметрично такого рода право применения, в котором иностранным агентам оказывается СМИ с... просто с частным капиталом, не государственным или не связанным или с государством. Или не иностранным, как телеканал «Дождь». Как, например, телеканал «Дождь». Ну и все-таки вопрос о физических лицах, которые превращаются в СМИ иностранных агентов, и где еще в мире такое существует. По поводу того, существует ли где-то законодательство по физическим лицам СМИ и агентов, я не могу вам сказать. Могу уточнить и вам править ответ. Я уточню, правда. А что касается симметричности права применения этих законов, ну, законы разные. Абсолютно разные законы. Они про одно и то же, но они с разной нюансировкой. Соответственно, и правоприменение разное. И хотел бы я вам сказать, что... Ваш тезис состоял в том, что они одинаковые, а теперь получается, что они разные. Нет. Я говорю, они об иноагентстве. Они об иноагентстве. Вы исходили из того и говорили о том, что где в мире вообще присутствует понятие иноагентства. Я вам рассказала предысторию. Поэтому они про иноагентство. Но детали применения и, не знаю, так сказать, использования по закону этого термина в контексте СМИ, оно разное, разные критерии. И я хочу сказать, что, слава богу, разное, потому что наш закон в этом смысле, хотя вы наверняка будете со мной не согласны, намного мягче, и это факт. По крайней мере, вы можете поговорить, я думаю, было бы неплохо, если бы вы поговорили с теми нашими, вашими коллегами, нашими средствами массовой информации, которые уже пару лет, по-моему, с 2017 года являются иноагентами за рубежом. Теперь по поводу капитала, относительно того, какой капитал, кто финансирует и так далее. Совершенно разные отношения в тех же штатах к СМИ, журналистам, которые имеют, опять же, государственное финансирование. У BBC есть государственное финансирование, и они не СМИ иноагенты в Соединенных Штатах Америки. Вот вообще непонятный критерий, почему Russia Today СМИ иноагента, а BBC не СМИ иноагента. То же самое отношение, например, не знаю, там, Deutsche Welle, там, японских средств массовой информации. Там очень много средств массовой информации, в которых там, полностью, частично превалирующий государственный капитал, государственное участие. Причем никто это не скрывает, это открытые, так сказать, данные. Но вот они берут и объявляют российские средства массовой информации. Кстати говоря, китайские средства массовой информации до недавнего времени, имея тоже государственное финансирование, не объявляли СМИ иноагентом. Я-то начали... говорил не об этом, а о том, что они не признают иностранные, по крайней мере, мне неизвестно, может быть, вы знаете, те СМИ, которые основаны на частном капитале, а не государственном. Даже если не все государственные СМИ признаются там иностранными агентами, допустим. У нас другой закон. Я вот по вашему второму вопросу я обязательно сделаю уточнение. Физические лица, где, в каких странах еще существуют, просто этого не знаю действительно. А так просто два закона разные, просто в каждой стране по-разному формулируется, что такое иноагентство. Вот и все. Спасибо большое. Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел, обещала уточнить относительно физических лиц иноагентов за рубежом. И бы мне хотелось бы здесь отметить действительно, что Мария Захарова, несмотря на то, что вот, Министерство юстиции считает нас иностранным агентом, сразу откликнулась на наше приглашение в эфир, о чем она сейчас и сказала. Ну, мы продолжаем наш, что, такой небольшой спецэфир сегодняшний, да, посвященный во многом свободе прессы в России, что с ней происходит. Если я правильно понимаю, у нас сейчас на связи с нами Галина Тимченко, генеральный директор издания «Медуза». Галина, здравствуйте. Добрый вечер. Привет, иноагенты. От иноагента слышу. Галя, вы можете сразу просто... Я не знаю, насколько вы слышали, сейчас выступление Марии Владимировны Захаровой. Поясните механику потери рекламодателя. А, вы знаете, в чем дело? Меня, конечно, восхищает способность госпожи Захаровой видеть дрова там, где написано слово из трех букв.
Например, нос. Например, нос. Да. Значит, смотрите, как бы я попробую объяснить госпоже Захаровой в том числе, но все-таки хочется объяснить вашим слушателям, которых, я надеюсь, у вас будет еще больше после этого. Ни один бизнес в мире не любит никакого скандала вообще. Бизнес любит, и у каждого хорошего бренда есть так называемый брендбук, в котором говорится о миссии, которую несет этот бренд, как они хотят быть представлены, как, какую рекламу они хотят замечаться. И многие бренды, например, у многих брендов даже есть в брендбуках и в стайл-гайдах указания на то, что их бренд не может быть размещен рядом с плохими новостями. Но поскольку в России последние годы плохие новости превалируют, то как-то бренды уже смирились. Ну хорошо, там вот все очень плохо. Каждое утро у нас начинается с арестов, как бы обысков, задержаний и очередных там каких-то вот каждая пятница у нас над нами взлетает Назгул, да, вот мы пригибаемся и ждем, кого выхватят из толпы в этот раз, вот. Так вот, обычно бренды вообще с этим дела не имеют. С другой стороны, как бы история про иноагентство мы все прекрасно понимаем. Я вот слово про забор и дрова опять, но понимаете, в чем дело? Это очень мне напоминает слова госпожи Захаровой, мне напоминают обычную, привычную путинскую. Идите в суд. Окей, ребята, вы сначала убили суд, а теперь говорите туда идите. Ну хорошо, постоим на развалинах суда. Давайте точно так же как бы не будем притворяться. Да,